Рока на первом боссе будем пиздить его, блядь. Фильмас, а почему у тебя озарение в КД? Покинул Полику. Поставьте Дживса, пожалуйста, кто может. Нужно больше ярости. Полик, выключи, блядь, праведное неистовство. Вчера высох по мане, короче, на соляре. Пришлось включить отображение КД, блядь, инеров. Чтобы на сов кричать. О, блядь, я Алара. Ой, Алара, но... Соляру просто ебал, блядь, хилить. Не, в пятой пати это пизда, блядь. Ну просто. 5к хпс, а больше у тебя манна просто... идет нахуй. А где этот уебан на пике? Сейчас. Вот что-нибудь говорил про пеньку вчерашнюю? Нормальная тренинг пошла. Нормально, в каком смысле нормальная? Сколько КД у нее? Да какая разница? Нормальная тренинг, блин. Ты говорят нормально, ты бери. Очевидно, что лучше, чем Тарик. Гер. Финмас — это та же чешка, точно такой же кулдаун, как у чешки, только она имеет крит. Не, мне крит не надо. Я камень забил на крит. Ах, ты можешь уляпали? Ты понимаешь, что у тебя и так тринка сейчас на крит стоит? А та тринка прокает чаще, чем тринка ТБЛ. Все, он сломался. Ты зачем Финмаса сломал? Чего я дамажу, блядь? Чего вы доебались до меня? Чего хотели? Дамаж, дамаж, ничего, забудь. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Чем нахуй мага фапнули, блядь? Они как были на дне, пускай там и останутся, блядь. Звучит как нерсов. Маги, они не ОЕшники, блядь. Какого хуя они вообще, блядь? Только варг этот, может, фаер, и то не сильно, блядь.
Здравствуйте, блять. Сто пудов Ретрикс спулил, блядь. Макс спулил. Вы забыли главное правило, кто везде виноват? Нет, у него стаки просто были. Он сразу 30к выдал, блядь. Финмас, завидуй молча. Я не завидую, я тебе по факту говорю. Что-то я не понял, кто выступление снял? А, Уллера. Вижу. Было бы классно, если бы еще сова вешала бы лунный огонь, да? А что такое лунный огонь? Не пуляйте, пожалуйста, дайте отпиться, блять. Давайте залью, что там в России. А ты что, усилки в инту, что ли, у тебя? Схуяли. У тебя 41 команда, блядь. Вот так вот, блядь. Хуя два инра залетело. Плакался еще. Так, налоги, я смотрю, у тебя много ДПСа, может его подрезать? 5, 4, 3, 2, 1. Цирк приехал. Смотри, походу в одного там, что ли? Вой далеко, его даже у хила не достает, он не... А, вон. Ты спишь. Не, он далеко. А можно тотемы под босса поставить немножко поближе? Нужен хил, кто-то запулил из миликов, а я в котел. Если кот может, то он стоит. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. А это ты взяли, конечно. А от кого это сейчас баф был, охрана? Союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Фергвард чей? Мой. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас.
Обратите их в пепел! Святилище пало. Так, по хилам, как обычно, ваша с Тимуром тьма. Три остальных оболтуса в свету. Второй фазе. Пиха, тьма. Мурлок, ты в чем? В сосалке? В дестрике. В дестрике, тогда ты свет. Так, пиха, тьма. Олька, тьма. Сники, тьма. Космо и Лайер тоже туда же. И дупло. Да, да, отлично. Я в свету, да? Да. Финмас, проснись. Я готов. Я не могу подтвердить. Понятно. Нет, Алис, не надо вторую фазу во тьму идти там. Элем есть, он, да, с танком остаешься все же. Развлекаешь танка и полироли. Поехали. Лапу дайте. Я сейчас настраиваюсь. Реки меня пока что. Я настраиваю дом. Бежали. Да, стопнули. Вообще не бьем. Танк. Трэш весь вечером залили быстренько. В мире сумерек вы найдете лишь страх. Шаря, Тимур. Ходите, если посмеете.
На себя его вытяни, рейд заходит. Метки станете. Шар прошел. Начинай чуть-чуть крутиться. Лезвие стопнули, не бьем. После лезвия выйдите. Свет вышли. Сука. Не бить, блять. Метёр. Бейте. Цвет падом. Орест. Шник. Шари нет, да? Что, пиздец? Хорош. Как ты сдох? Умираем. Там материалка перегнута 100%. Олег, дай диван, блядь. Нельзя дивана здесь давать. Блядь, свет перегнул. Тьма. Тьма перегнул. Тьма не била. Свет начал бить, и свет перегнул. Как было сказано, свету играть по адам. Там еще вон сдохли. Тушки бабра, блядь. Паш, я, конечно, все понимаю, блядь. Но мы вышли из тьмы в свет, поковыряли Халеона, упал метеор, и все это время, что тьма, блядь, не... Что они до этого хуйнули, блядь. Перебили материал. Вам когда уже все вышли, блядь, они так и не начали бить. Что не показывается материал? Паша, ПМЧ. Я вижу. Здесь ничего не меняется, значит ничего не меняется. Будем переводить его за один. Мы успеем, кстати, да. Типа, они, по-моему, не заметили, что не все выпрыгнули в первый портал, портал еще. И нам пришлось, блядь, бежать к другому под хвост портал. Большого сейчас не заливайте, типа, потом зальем. Мы переведем. Да, ну, давай, сам... один... тихо, пиздеж убили. За один метеор переведем. Ярче. Алис, запрыгнешь с нами, там дашь Герману.
поднять. Да, тут мой упаж. Я скажу, Алиска. Да. Шарим. Тимур. Рейд. Левый бок дракона. Осторожно, дыхание. Собственно говоря, вот. Да. Так, я это беру. Шар прошел. Пока держи его, Саша. Крути. Пошли за ним. Осторожно, лезвие. Стопнули по дракону. Не бьем. Выпрыгиваем параллельно, только без дебафа, пожалуйста. Кентон. Бить. Свет по Халеону стоп. Тьма бьет. Лопата выносит какашку. Свет, не бьете Халеона вообще. По аду играете. Как я понял? Материал-то не изменяет. Я съебался нахуй отсюда, короче. Не бейте. Бьет, ну, нихуя они не бьют. Свет, стопнули. Бейте. Мелкие на танкеры. О, свичнули и залили. Вас стопнули. Не, пусть бьют. Не пусть бьют, не могу. Сейчас. Бейте. Свет меньше по Халеону урона. У нас трэш. Бейте трэш, в чем проблема? Мас топали. Объем. Банку бернуть некому? Некому, не понимаю. Полурон дракона дали, адов держите там как-то себе. Вас топнули немного. Добиваем обе материальности. Ты чувак? Бойт, скажи, я сейчас сорвал или нет? Я сорвал, блять. А, это меня кливом. Понял. Не надо напуливать, кливом. Феррал, кливом. Пожалуйста. А кого напуливать? Да, блять, в танка напуливай, похуй, не напуливай вообще ни в... Ни в кого, блять, или точно в танка, или без адов в танка, блять. Первых адов... Первых адов я не взял, потому что я выносил дебаф, вторых адов... Ты видел, я берсу нажимаю, все, они все на мне. Но еще чтоб босс на мне был, это, конечно, заеби. И тоже воет, ну, блять, я не держу в этот момент Халеона в таргете, я держу тупо адов и стою подальше, и мне развалится клик. Я не знаю, как там на тебя надо было напулить, чтоб сорвать, ну, там много агро было. Странно.
Просто если это от Роги в тебя на пол, может он просто босса бьет в это время и все. Закинь Сани, ему очень надо. А тебе что, не надо, что ли? Мне в коллекцию. Я не буду там. Коллекционеры. Чешку.